Здорово, друг! Мы сегодня будем снимать бэкстейдж концерта БГС. Ануки, привет! Наш великий актер. Сегодня останусь за кулисами. Я сегодня техгруппа. Я один за техгруппу. Ты смотри, какой я большой. Я в одну руку беру ширму, кулисы открываю другой рукой. Вернусь только в следующем сезоне. Стань, давай без херни, а? Стань, все. Я офигею. Ваша подготовка по 10-бальной шкале на сколько? 100%. Мы готовы. Делаем нижнюю губу в форме полукруга. Кладем стаканчик на нижнюю губу и делаем легкий хлюпок. Какие государства расположены в Чехословакии? Чехия, Латвия, Литва. Вы пришли на концерт с МПГС. Чего вы ждете от этого концерта? Положительных эмоций, веселья. Кто у вас выступает? Сын. На каком курсе он? Второй. Что-нибудь пожелаете ему? Успехов. Чтобы прошло все гладко, без заминки и без каких-то лишь бы сбоев. Как маму зовут? Юля. А кошку? Жужа. Чему тебя научил STEM? Он меня научил спать иногда по 2 часа в сутки, быть на 4-м курсе, но иметь долги за 2-й. Я узнал, где находятся штрафстоянки. Вот одна на Льва Толстого находится. ПГС у меня кого? Кошки или собаки? А что ты ко мне пристал? Думаю, людей много есть. Что? Вот что ты будешь делать, если распадется коллектив? Отвалили. В декрет не уйду. Я буду зарабатывать деньги, стану президентом нашей страны. Буду создавать много танцевальных коллективов, создам много танцевальных школ. Буду ассистентом Ильяса. Кто из вас вот честно отметил? Я честно, да. Хочешь наклейку? Ну да. Ну на. Добрый день. Добрый. Мы с тобой как-то уже встречались сегодня? Встречались. Ты же вроде отмечал, да? Да, наклейку. Спасибо. Ребят, они не врут, честно, отдают наклейки. Тут бомбическая поддержка пришла. 3, 2, 1. Что вы хотите от этого концерта? Мы ждем, Ануки. Мы вообще-то тут. Борода. Здравствуйте. Вы хотите положительных эмоций? Конечно. А еще что хотите? И еще чего там резерва хочу. Ты пришел получить хорошую эмоцию, а что ты дашь взамен? Как тебя зовут? Юля. А фамилия? Петаева. На бабках надо было говорить, ну да ладно. Это первый концерт, который мы делали от и до. И это первый концерт, который мы первый раз делали от и до. И он строился полностью на перваках. ПГС, как бы такое, типа, раньше не делала. Итак, там были некоторые моменты, которые давали немножко просад. Что про них скажешь? Я скажу, что ребята первый раз пробовали. Вот. И я ими в любом случае очень сильно горжусь. Потому что я бы, наверное, в каких-то моментах не смогла бы себя повести так, как они, в качестве актера. И если бы там какие-то слайды переключать, музон, я лучше выйду, станцую, там лицо сделаю и все, я выйду как бы. Ну, это на самом деле не первый раз, но на такой большой это был первый раз, да. Они взорвали этот зал. Зрители довольны. Это был концерт STEM BGS!